Посадку. Летим мы в штат Нью-Джерси, город Ньюарк. Летим на нашу новую работу. Еще ничего не знаем, что нас ждет впереди. Вот, но чтобы вам было немножко понятно уже, отматываем пленку на несколько недель назад. И вы поймете, чем мы занимались все эти месяцы, которые мы здесь находились, да, в общей сложности у нас получилось где-то 2.5 месяца. Вот, и сегодня 15 июня, и мы летим на нашу новую работу. Так что берем вас с собой, будем работать вместе. Вот, все. Надеюсь, будет интересно и вам, и нам. Ура! Мы сделали это! Отбоялись, отмучились! Отбоялись, отмучились! Сегодня все, последний экзамен был, роуд-тест, это на дороге. Все экзамены с первого раза, вообще все. Все три экзамена с первого раза, все отлично. Короче, мы теперь профессиональные трак-драйверы. Нашли чему радоваться. Нет, на самом деле очень круто. Ты радуешься тому, что ты это смог, ты это сделал на английском, что ты теперь реально можешь управлять такой большой машиной. И это просто, ну просто вот ощущения такие классные. Ну да, и еще очень приятное ощущение, что сюда больше не нужно приезжать. Вот на этой жаре тут постоянно. Мы, получается, почти месяц мы здесь ездили тренироваться, обучаться всяким приемчикам. Ну, наверное, это они бесполезны, конечно. Но все было для того, чтобы сдать экзамен и получить права. Сидел. Теперь, вот. Короче, я это, Аленка дальнобойщица. Да? Ладно. Хорошо. Все, прям радость переполняет. Вообще классно. Сейчас нам осталось доехать в DMV и получить наш CDL. Мы уже можем поехать после обеда и получить права. Все, ура. Все. Ура, ура, ура. Всем пока. Вот здесь мы учились. Здесь у нас молитвы, tight, secure, no cracks, pre-trip inspection. Все теперь знаем о траке, ну как почти все, где какая деталь, как называется, описание. Все достаточно легко, tight, secure, no cracks, будете просыпаться уже, кто будет, ну да. Кто учится. Я просыпался с такими словами. Да, да, да. Вот, все, отмолились. Паркинг сдали с первого раза, оба сдали на 5, я считаю, с плюсом, просто безошибочно и ну, прям классно. И роуд-тест мне показали вот так. Едут наши трудяги. 1.5 недели не было. Вот они, Дима, Андрей. Так, я как-то стала не очень, по-моему, правильно. Вот езжаем. Мам, я нечем тебя ожидала. Да, он такой огромный, 23 метра. Справишься? А куда мне теперь деваться? Уже некуда, подписала контракт. Да, куда же теперь мама с подводной лодки-то? Дима уже, он сколько, больше 10 лет, 11 или 12 за рулем. Трака, конечно, он уже профессионал. Он сейчас выравнивается. Да, это очень большая машина. Принеси водки, девочка. Мы работать летим. Вспомнили сцену из фильма «Брат». Да, да, да. Смеемся. Водочки нам принесите, мы работать летим. У нас самый последний
Вообще, да, за нами никого нету. Вообще, возле туалета. То есть, если есть хвост, то он здесь. Ой, блин. Все, хорошего нам полета. Смотри, как воздух. Да, у нас охлаждение, видишь? А еще мы смеемся, как в фильме «Игра в кальмара». Там тоже так усыпляли народ. Мы работать летим. Полный самолет вообще. Ни одного свободного места. Багаж получили. Все. Вызываем Uber и едем. Нам ехать 40 минут по адресу. Куда едем, вообще ничего не знаю. Но мы находимся недалеко от Нью-Йорка. Все. Приехали. Приехали. Вот нас Uber привез с аэропорта. Дали нам адрес. Пожалуйста, никого нет, машина открыта, сказали, ключи внутри. Да. Ну что, первое ощущение? Хорошие пока. Пока все хорошо. Такой серенький. Вода есть. Да, даже вода есть. А мы хотели в Костко заехать, но что-то неправильно там адрес как-то забили. Комарики тут прилипли. Ну что? А здесь закрыто с этой стороны, Андрей. Чемоданы наши стоят. Пусти меня, как кошку, вперед. Тебя как кошку пустить? Да. Ладно. Дай. Погода, кстати, очень хорошая. Прям вот тепло, не жарко. Даже надо посмотреть, сколько градусов. 26, наверное. 26, да. Да? Вот я уже так ощущаю. Ну, ну, наш конь. Красота. Красота. Смотрим, что тут. Тут машина, ой, тут, по-моему, это столик, Андрей. Да ладно. Да. Где ты его видишь, этот столик? Будем на столике, что ли? Ну, получается, что это, скорее всего, столик. Ну, можно посмотрим, достать туда. Как, во, точно. Ну-ка. Блин, повезло так? Слушай, как я хотела. Все, как ты хотела? Да. Отлично, это вот так делать, что ли? Я не знаю. Опа, смотри. Все, садитесь жрать, пожалуйста. Кушать вот она. Садитесь жрать, пожалуйста. Так, здесь у нас холодильник. Так, давай заведи. Ну вообще все новенькое. Ну-ка, почти. Заведи. Давай заведу. Подожди, Андрей. Все. Сигнализация есть. С ключами счет одними. Вот, слышишь? Так. Вот ключи. Кожаное сиденье у тебя. Так, на машине 4. У нас чемоданы там остались, Андрей. На машине 4130 миль. Машина новая, вообще новая, новая. Типа новая, да? Да, сейчас мы здесь все приберемся, уберемся. Ну, здесь буквально водитель, по-моему, проехал, наверное, какое-то расстояние. Вот этот самый, как называется, логбук у нас. Логбук. Музыка. Слушайте, ну здесь прям классно. Получился диванчик. Отлично. Да, слушай. Смотри, какая красота. Какая? То есть. Офигенно можно здесь ехать. Смотри, как вообще, как в купе. Прям да. Так классно. Слушай, вообще здорово. Есть микроволновка уже. Холодильник открой. Ага. Все, с голоду не умрем. Так, диванчик там делай. Так, все, холодильник. Холодильник. Ну такой. Забрось воды. Так. Надо в морозилку. Забрось туда парочку. Больше давай. Я пошел за чемоданом. Давай, да, пока наши чемоданы там не ушли. Да. Здесь машина на месте стоит. Все, вода есть. Ой, как интересно, друзья, вообще как здорово. Но холодильник на самом деле... Когда ты смотришь видео, как будто он больше.
На самом деле он не такой и большой, как мне казалось. Но я думаю, мы тут поместимся. Сейчас мы все это дело здесь изучим. Так, это у нас... Что это? Такой стол. Ага, просто полочка, да, здесь... Такие щелчки, как будто в самолете также вот закрываются все. Ага, это полка, куда можно повесить телевизор. Что-то здесь придумаем. Здесь шкаф. Опа. Все, почему? Ложись, а шкаф? Ага, ты. Все новенькое, чистенькое. Вообще, пожитки занес, да? Пожитки на месте. Класс. Не, мне вообще все нравится. Прям мне нравится. Шторки какие-то. Нет, прям так классно. Шторки есть. Вот это, видишь, задвигается нормально. Наглухо. Вообще. Здорово. Все здорово. Новенькое. Это, конечно, не то, что мы в автошколе учились. Совсем не то. Так, у нас, кстати, по топливу что здесь? Да. Ну, почти полный бак, Андрей. Хорошо, значит. Все, здесь. Так. Сейчас мы разберемся. Есть рация. Кричать первый. Так, а вот здесь что такое интересное? По-моему, что это такое? Я не знаю, что это. Сейчас мы надо будет посмотреть потом. Аптечки уже. Я не знаю, что-то такое. Так это пропуск. Это какие-то сетки, Андрей. Это на окна на может окна, быть. Наверное, да, скорее всего, не там знаю, окна вообще... уже открываются. Вот. В общем, первые. Так, это Volvo 760 VNL, да, по-моему, она называется. Подожди, вот здесь как бы не до конца, что ли, открывается. Все? Или как-то здесь. Я не знаю. Нет, оно не до конца, нет. Вот так вот. Ну, может, что-то поджать надо, но ломать не будем, разберемся. Я думаю, разберемся. Ну, надо кондиционер у нас плохо еще работает. Ты уверен? Угу. Здесь что-то такое, здесь под обувь, наверное, можно будет. Здесь вот так вот все. Но то, что со столиком, это просто кайф. По-человечески можно посидеть. Слушайте, ну так мы здесь с вами это еще и кулинарное шоу устроим. Работник. Здорово, здорово. Такие здесь полочки, такое все классное. Все, ладно, будем разбираться, посмотрим. Ну, прям нравится, нравится. Первое ощущение просто шикарное. Угу, так, вот окошко можно приоткрыть и закрыть, соответственно. Ага. Здесь шторки, если кто-то будет спать. И боковые тоже здесь, по-моему, есть, да? Тоже есть. Такие вот шторки. Ой, какая красота, господи. Господи, как же здорово. Красота. Мне очень нравится, прям очень. Все просто, просто классно. Дом на колесах. Водителя кожаное сиденье. Не знаю, какие здесь функции есть. А у пассажир, ну, пассажирская такое тканевое. Очень такая приятная ткань. Все это. Ну, как на... тебе? Пока. Первое ощущение, Андрей. Потому первое что это оно. Очень хорошее, потому что новый трак, ну, это всегда, тем более Volvo. Считается один из комфортабельных. Ну, нам особо... мне вообще не с чем сравнивать, кроме как те траки, на которых мы учились. А ты все-таки ездил на фридлайнере Каскаде. Но я думаю, это ты когда уже проедешь, наверное, какое-то количество миль, тогда уже четко да, можно будет... Ну, чувак, расслабляться не получится. Мы еще тут на чемоданах, а нам уже сказали, куда ехать работать. Вот так, друзья.
Так, сейчас мы будем устанавливать навигацию, подключать лоукбук, в общем весело. Пошло дело сразу же. Да вообще вот, вон чемоданы стоят, еще вообще ничего. Но мы сейчас давай как-нибудь это, может быть, наверх их закинем. Сейчас, не, наверх нельзя, но... Нельзя, да, улететь может, да, там. Ну окей, еще чем придумаем. Кстати, здесь нужно опустить ее сначала. Да, разберемся, оно все, видишь, еще в целлофане. Еще никто не спал тут. Да? Ты первая будешь? Да. Конечно, я буду наверху, чтобы ты на меня сверху не свалился. Придавишь меня. Пошла работа. Так. Сейчас будем отсоединять трейлер. Так, куда идти? Нет, я говорю, иди сюда. О, все. Electric cable. Tight secure, no cracks, no cuts, no exposed wires. Так, все, точно, все. Разобрались, классно. Так. Сам догадался, а? Все. Начинаем дальше двигаться. Так. Будем дальше. Ой, конечно, так волнительно. Это волнительно очень. Вот сейчас будем отсоединять. У нас ни перчаток, еще ничего нет. Ничего нет, мы что, руки помоем? Да, сейчас я дверь закрою, а то все-таки там у нас кондиционер работает. Ловись, рыбка большая и маленькая. Нет, ловись, рыбка большая и большая. Все. Лендингир. Лендингир. Tight, secure, no cracks. Давай, вспоминай. No illegal belt. Что там она идет? Давай, делай pre-trip inspection, пока я... Да. Сейчас будем pre-trip inspection делать. Все как положено. Ой, стройный будешь? Наверное. Как кипарис. Как будто все время это делал. Надо руки. Но у нас нет перчаток, да, мы все купим. Просто сейчас мы еще такие. Надо бы полить. Полить? Давай. Хендл. Может, ты ее все-таки открыл уже? Нет. О, теперь точно открыл. Handle tight, secure, no cracks, locked in position and working. Получается все, что? Умничаю, а? Все, что ты говоришь? Ну все, опускаем вниз и выезжаем. Давай воду я тебе полью, не трогай там ничего грязными руками. Так, опускаем подушки, чтобы нам выехать. Все максимально? Ну, сантиметр, Андрей, между эйприн и это нормаль? Сантиметр. Да. Все легко. Все. Отлично. Ага. Трак вместе с трейлером 23 метра длина. Так, ну что, теперь что нужно делать?
Сейчас оно будет надуваться само на это там как? Ну, ехать мы пока не можем, нам надо лоу-бук мы не подключили еще. Водителя, я про себя. Ну, я тоже такой же, что-то. У тебя хоть какой-то опыт есть, а у меня вообще никакого. У меня около 2000 майлов уже. Нет, у меня опыт на машине достаточно большой, 22 года, но это совсем другое, да. Это другая история, но мы прорвемся, мы не боимся. Переживаем, конечно, не надо говорить, что не переживаем, конечно, переживаем. Подожди, почему ты говоришь? Что? Я тебя тоже к себе, это. А ты не переживаешь, да? Нет, я отбоялся своего. Нет, всегда нужно ответственно, всегда нужно чуть-чуть переживать. Нет, нужна внимательность. Ну, внимательно, само собой, это уже по умолчанию. В общем, едем. Вот такие мы crazy. Просто мы crazy, знаете. Crazy people. Crazy people. 100% crazy people. Не сиделось тебе в доме? Ага, не сиделось тебе. Поехали, вот все. Ну, а будем путешествовать. Если кто подумает, что Андрей Алену на трак затащил. Андрей, кричи людям, спасите меня! Спасите меня, люди, спасите! Меня заставляют работать! Да, да! Я всю жизнь не работал, а теперь заставляют работать. Первые эмоции, но пока вот все нравится. Все нравится, и дай бог, чтобы так и было. Мы в Пенсильвании. Не успели выехать, штаты прям проезжаем. Так, это первая rest area. Ой, какая уютненькая. Так, и waystation здесь не работает. Для траков. Ой, как удобно, да? И получается сразу вперед и выезжаешь, да? Молодцы, а я думал, назад надо сдавать. Не надо. Крутяк. Так, ну крутяк. Все. Делаем вот так. Выдох. Пойдем сейчас руки помоем, да? Приехали в Walmart. Как сказала моя мама, вы не ищете легких путей. Да, мам, это про нас. Мы уже, в принципе, вот здесь через дорогу трак-стоп, на котором мы должны забрать трейлер. Там сломался трак. Уже загруженный. Уже загруженный, да. И повезем мы это все в Чикаго. В общем, день насыщенный. С утра встали. Аэропорт. Перелет. Уже мы работаем. Да, вся ночь впереди. И перед этим было 3 часа сна. Ладно, мы не жалуемся. Велком. Успели приехать. Yeah.
Да ладно. А здесь нет, здесь просто входа нет. Ну ладно. Не пугай меня, хотел бы оставить. Смотри, вода. Сразу да? Две, думаешь? Одной хватит. Чего? Ну, вот такой большой одной. А это чего тут? Ну, это же самое, только, только здесь 24, а тут сколько штук? 40. Ладно, хватит пока, Андрей, давай мы быстро все. Ну, заодно и посмотрим, какие цены, сравним с ценами во Флориде. Арбузы дешевле, точно вижу. Да. Да, да, да. Нет, не слышу, не вижу. Что? Что ты хотел? Тебе праздничные обязательно? Обычные не подойдут? Тебе обычные не подойдут? Это же праздник будет сейчас. В июле. В июле праздник будет. Вот они выставили. Так, все, ладно. Я быстро мы закупаться. Снимать ничего здесь не буду. Так, давай, что сюда? Так. Что у нас? Получилось на $105, да, Андрей? Да, давай. Что тебе давать? Давай, на. Подушки, одеяло их. Бросаем. Че купили на $100? Еды вообще не, практически не купили. Какой-то, знаешь, какой-то одноразовой фигни накупили. Ну. С еды там все, огурцы, яйца. Что? Куда? Сюда? Я поставлю воду здесь. Ну, да. Ну ты в этот же будешь сюда ее ставить? Ну давай. О! Давай. Вот такая здесь штучка есть. Мы сюда воду поставим. Где воды поместится? Ну, отлично. Все? Ну, все, с Богом нам. Через дорогу, да, как говорится. Стройный буш, как кипарис. Наверное. Наверное. Сразу подъехал, подцепил, все сработало, кингпин, все тут защелкнулось, все, сейчас будем подцеплять провода, electric cable, emergency, сервис, вот, проверять будем все. Все, подключили. Страна. Мы приехали на заправку. Андрей ехал почти всю ночь. Я еще за руль не садилась. Вот сейчас как раз будем пересаживаться. И это будет мой первый опыт. Сейчас иду чистить зубки, умываться. Вообще, я знала, что ну, все для трак-драйверов, да, все для путешествующих есть в Америке, но никогда этим не пользовалась. И действительно, ну, смотришь так на заправке, какая, ну, вот, какая-то лучше, какая-то хуже. Но везде есть все для того, чтобы человек себя чувствовал хорошо. Вот он, наш трак-драйвер. Зай, если бы я с тобой не жила и не видела тебя каждый день, вообще подумала, что ты где-то тихо подрабатываешь. Как называется? Ладно, все, я пошла умываться. Пожалуйста, любая одежда. Так что голым не останетесь, голодным тоже. Так, иду
как будто знаю, куда идти. Даже корточки разные есть. Так, почему я думаю, что сюда? Не знаю, почему. Вот. Да. Вот, туалет. Первая заправка трака. $790, 132 галлона. А дизель, штат Огайо, почти $6. Завтрак трак-драйвера. Андрей купил где-то на каком-то трак-стопе яйца. Смотрите, 4 штуки, $4. Вот спекулянты. Вот. Сейчас скажете, что вы сами яйца не можете сварить. Если честно, мы еще на чемоданах. У нас вообще ничего не приспособлено еще в траке. У нас есть чайник, правда, можно в чайнике сварить яйца. Яйца мы уже купили. Еще у нас есть огурцы. Вот, сейчас заезжали в Walmart, ну что-то там как-то то ли уставшие были, то ли Walmart плохой. Я вообще Walmart-ы как-то не умею там закупаться. Никогда не закупалась, обычно в Костко, но посмотрим. Майонез тоже взяли на трак-стопе. Ну что, сейчас едим по яйцу, выпьем кофейку и поедем. Что страшного? Подумаешь. Пока Андрей ехал, я немножко подремала, поспала. В принципе, если вот ровно идет, не обгоняет, то есть так вот более-менее держит скорость, можно спать даже, даже очень даже можно. Вот. Единственное, что как бы ты спишь, но ты все равно слушаешь, что там происходит. Вот, а вот эти шторки, которые здесь зашториваются, здесь такая полная темнота, так что днем тоже можно спать, как ночью. Вот, так что это первые такие ощущения от нашей поездки. На самом деле мы не думали, что вот нас прям, знаете, как говорится, с корабля на бал. Вот, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Даже, может быть, здорово, что мы приехали, нам сразу, а, ребят, поехали, да? С другой стороны, мы для чего приехали? Ну, точно не для того, чтобы сидеть просто так в траке, да, здесь ночевать. Вот, работать, и еще раз работать. Все, сейчас перекусим, и я сажусь за руль первый раз, друзья, первый раз без опыта вождения, но что только в школе. У нас было сколько, 3 раза выезд в город и экзамен, да? Вот, так что поедем с вами. Трак-драйвер. Ну, сериал что-то. «Аленка дальнобойщица» начинается. Готова? Давай уже, давай. Чик, что-то не так. Вот, все. Так, здесь нормуль. Не знаю, на высоту руль подняла. Ну ничего, я потом поднастроюсь. Посмотри, как тут тебе удобно. Фух, ну что, зайка? Давай. Памперс одел? Нет, я в туалет сходил. Так, короче, друзья, пристегиваем ремни. Поехали. Давай. Первая на желтая идет, да? Да. Трейлер. Все. Первый раз. С Богом. Давай. Все будет хорошо, не бойтесь. Поехали. Так, давай кружочек, мы с тобой вот так сделаем. Давай, 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 поехали. Все. Так, проезжаем окраины Чикаго. Зайка рулит. Да. Стажировка идет полным ходом, сразу в бой. Сразу в бой. 400. Разведка боем идет сразу. Давай, давай, рули. Да. Не считай мили. Рокстопы. Да. Как говорят, точно. А, такой большой даунтаун. Сколько железа. Блин, не этот мост в маске снимался. Очень похож. Блин. Вот это здесь. Остатки промышленности.
Днепре были? Когда? Я был уже. Мы не были. А мы не были. Что, тяжело? Что тяжело? Обучение тяжело тебе? Нет, нормально все. Просто слежу за дорогой, за своим хвостом слежу. Но привыкло, 17, привыкло, да, уже? 16 метров. Нет, так-то все нормально, но постоянно надо следить. Ребята, привет! Привет! 4 лисенка вышли из леса. Идите сюда, я вам сейчас покушать дам. Надо бросить, и, возможно, они возьмут. Вот сюда брось только денег. Блин. Да. 4. Я такой думаю, что за собаки там бегут? Ой, где они там? Вот. А это 4 лисенка. Чикаго заехали в Костко и кое-какие продукты подкупить. Орешки взяли, хумус, оливки, помидорки, авокадо. Это у нас что? Это у нас индейка, сельдерей, сыр буррата и вот такой вот вкусный ореховую пасту алмонд и оливки. Что-то я такая уставшая, не могу. Черный перчик. Сегодня в общей сложности я все время вырулила $117. Цены точно такие же, как и во Флориде. Ну, там, может, отличается какими-то центами, не более того. Все, и водички взяли. Такую и такую. Вода идет только так. Сейчас мы едем в офис, у нас там стоит трейлер, мы его отстегнули, приехали сюда на голове, а завтра едем уже делать доставку. Что мы делаем? Доставку, господи. Короче, едем делать, в общем, отвозить трейлер по назначению на место разгрузки. Во, не знаю, как сказала, но я вообще такая уставшая. Сегодня сходили в душ, расслабились. Вот, сейчас у нас будет ночь. Поспим. Никуда ехать мы не будем. А завтра с утра начнется наш рабочий день. Доброе утро из солнечного Чикаго. Погода сегодня классная. Наша первая разгрузка. Вот заехали в такой вот док. Сейчас нас разгружают. И едем на вторую разгрузку. Док у нас номер 11. Приехали на шоколадную фабрику. Вот, запарковались. Места здесь, ну, вообще очень-очень мало. Ну, ничего, все, смогли. Конечно, вдвоем намного легче, особенно когда нет опыта. Один сзади смотрит, подсказывает, и уже безопасно. Ну все, сейчас нас разгрузят и ждем следующую работу. Пойдем завтракать. Это время уже без 20:10. Вот, и мы только загрузились. Вот в Чикаго находимся. Нас грузили 5 часов. Мы поспали это время, вообще классно. Сейчас посмотрим, что нам там. Какой-то ветер прям поднялся. Неприятный. Наверное, там завывает в камеру. Так, сейчас Андрей отъедет вперед, посмотрим. Все, уже ворота закрыли. Ну и что тут? Что тут? Нормуль, все, отъезжай. Отъезжай вперед. Все хорошо. Так, это у нас завтрак тире будет обед трак-драйверов. В общем, яйца, здесь индейка. Индейка, которую покупала в Костко, действительно очень вкусная. Авокадо, сельдерей, хумус. Можно кофе. Ну, кофе сейчас сделаем, ореховая паста. В общем, это вполне достаточно.
Hello, Moscow. Готово. Готово. Ну все. Мы сейчас посмотри, какой у нас шикарный завтрак, обед. Супер вообще. Да, молодец. Холодильник достал, порезал. Все, ничего готовить все, не надо. Готовить. Сытый, довольный и самое главное, да, как мы любим. Поехали. Поехали. Эх. Давай. Ах, это вот. Даже кровать. Можно на столик сесть, но смысла нет, сейчас спать будем. Так, давай вилочки, все там. Приятного нового аппетита. Оставляем наш трак на тракстопе. Проплатили $15 и идем ночевать вот в эту гостиницу. 200 метров. Сейчас придем в гостиницу, все вам расскажу. Где там Андрей? Заплатили за парковку, это резерв паркинг, $15. Росо туристо, пошлите. Замечательно. Единственное, мы, получается, достаточно дороговатый отель. Нам со всеми налогами, наверное, $250 выйдет. Но мы его и взяли, потому что он прям вот в шаговой доступности от тракстопа 200 метров. То есть также Uber будешь заказывать, еще что-то, то на то и выйдет. Ну, приятно. Отдохнем, сейчас поспим в бассейне, поплаваем. Всегда можем до трака дойти, что-то взять там, допустим, из еды или пойти. Ну, может быть, здесь что-то найдем. Так что вот. Ну, все, буду я заканчивать это видео. Начала я съемку где-то в среду, вот как мы вылетели из Майами. И сегодня суббота. По-моему, 18 число. На самом деле, для нас эти дни, они были настолько длинными, но в то же время они пролетели, как, наверное, одна секунда, потому что все для нас новое, нужно разобраться во всем, не накосячить, знаете, вот. Чтобы. И сейчас идем в отель, буду снимать для вас видео. Другой вопрос, как будет получаться монтировать и выкладывать, потому что в Америке интернет на самом деле плохой. Это вот сейчас я поняла на 100%, потому что в России, когда я выкладываю видео, у меня на это уходит, ну, полчаса, 15 минут, там, в зависимости, какой объем видео, час. Здесь можно выкладывать, с вечером начать, и утром у тебя еще будет не загружено. Как будет получаться, где я буду находить Wi-Fi, не знаю. В общем, если у кого есть какие-то мысли, то есть кто знает, как можно, допустим, в дороге иметь хороший интернет, несмотря на то, что у нас мобильный, он без ограничений, но мне кажется, он не потянет. Ну, будем пробовать, посмотрим. Вот, сейчас зайдем в свой номер, посмотрим, что здесь за номер. И все, заканчиваю это видео. А вы пишите свои комментарии, своими вопросами, возможно, какие у вас есть. Вот, и там следующее видео будем отвечать на какие-то ваши вопросы, потому что я уверена, что вопросов у вас много. А много мы как бы не успеваем снимать и что-то говорить. Да? В общем, пишите ваши вопросы, а мы будем потихоньку давать на них видео-ответы. Вот так вот. Все, идем в номера. Стандартные такие отели американские. То я не помню, тройка это или четверка. По-моему, 3,5. Ни рыба, ни мясо, да? Дом нормально. Нет, здесь будет все хорошо. Ну, даже вопрос нет. Оценка у отеля хорошая. Что, не пускают нас? Не пустите. Заходи. Ой, где мы будем до завтрашнего утра? Так, есть свет в этом доме? Найдем. Ну, как хорошо. Держу. Как хорошо, не будем трак мучить. И в траке хорошо, на самом деле тоже уютно. Ну, конечно, не сравнить, Андрей, но все равно
Понятно, что для нас сейчас это будет хорошим отдыхом. Почувствовать себя хотя бы в отеле, если не дома. Здесь все стандартно. Вообще все. Не думаю, что. Да вообще просто как везде. Ну, чистенько, без запахов. Саня работает. Все. Соседний номер еще можно зайти. Все, друзья. Всем пока-пока. Заканчиваю это видео. Все, ждем от вас ваши комментарии. Ну и до новых встреч на канале Андрей Соленый. В общем, как сказала моя мама, да. Ребята, вы не ищете легких путей. Да, вообще крейзи. Крейзи. Сериал «Дальнобойщики». Начинается. Кому интересно, оставайтесь с нами. Да, начинается. На самом деле интересно все. Мы вот вчера буквально, конечно, видео не снимали, потому что заехали на весы с Андреем. И у нас был перевес на переднюю ось, и нужно было двигать это пятое колесо. А мы еще таким делом не занимались. Все разобрались, все сделали. Надо, кстати, про это видео снять, потому что всем вот таким вот, как мы, да, пригодится. Пригодится. Конечно, да, в любом случае пригодится. Да. Вот. Все, друзья, всем пока-пока. Ждите видео и до новых встреч.